хочу наглядно продемонстрировать конструкцию сухого тена, которая у нас используется в наших баках, и возможности, ее возможности. Соответственно, увеличенный ресурс работы из-за того, что сам тен не контактирует с водой, то есть он находится в баке внутри эмалированной колбы. Два тена. И, соответственно, если один выходит из строя, да, мы легко можем заменить его. И сама замена происходит легко и удобно. То есть тен спокойно вытаскивается и может быть заменен на новый, исправный, либо что-то провести профилактику. Также легко вставляется и не нужно выкручивать нагревательную группу из водонагревателя, сливать воду, соответственно, демонтировать бак. То есть это все происходит непосредственно в нижней части прибора.